В Адлерском районе в ходе работы мобильной приемной прокуратуры Краснодарского края 27 мая личный прием проведет Марк Большедворский, первый заместитель прокурора края, прокурор города Сочи. Прием будет осуществляться с 14 часов по адресу Адлер, улица Кирова, дом 75, в помещении прокуратуры Адлерского района. По вопросам предварительной записи обращаться во временную приемную по телефону 8 862 240 2041.